это вандализм уже, понимаете? Как это назвать? Умный человек этого, да, этого не сделает. Это вот такие же люди ломают дорожные знаки и все прочее. Да. На заборах пишут. Это вот именно знак. В центре улицы Розы Люксембург. Нет, Карла Липнер-то. Да, Карла Липнер, да. Да, вышел. Которую назвали теперь улица Тарусская. Мы сейчас подойдем к дому, где в 58 году жил Николай Алексеевич Заболоцкий, замечательный поэт, писатель. Один из величайших поэтов 20 века. Трудно жить в Тарусе девочке Марусе. Вот. Помнят, правда, в основном помнят это. В этом доме... С 57-58 годов жил, работал. Поэт. Когда решили переименовывать улицу Роза Люксембург, вот, которая кладбищенской была, там люди предложили в социальных сетях, ну, назовите улица Розы просто, или Роз. Мне это понравилось. Улица Роз. Посадите розы. Надо для того, чтобы вернуть, не просто вернуть, надо вернуть какой-то смысл этой улицы. Так, Ева. Да, ну вот скажите что-нибудь нашим гостям. Общественная баня единственная, уничтожена в городе. Баня – это же не просто смывание грязи. Баня – это чистоты, чистота души, чистота тела, это здоровье, понимаете? Значит, народ тарусян лишили просто здоровья, потому что у нас у многих тарусян нет условий, не то, что там помыться, вообще с печкой люди живут, вы понимаете, с дровами. Да, и баня. И баню уничтожили. Нас лишили этого, понимаете, баня – это не просто смывание там грязи. Баня, она не только, как говорится, очищает. Баня еще и лечит, то есть нас лишили еще оздоровительных, так сказать, процедур, нарушив закон об охране здоровья, нарушив конституцию неоднократно, причем и с переименованием улиц тоже. И мы будем страдать от этого. Вот если сейчас не отстоим наше право решать в своем доме, где какая лавка будет стоять. Мнение народа им не нужно. Он для них крепостной скот. Наш город сегодня утопает в больших проблемах. На Ладан дышит больница, поликлиника. Наши женщины вынуждены рожать детей в Калуге, Серпухове, Протвино. Обращаться к профильным специалистам там же. На смену бесплатной медицины пришла платная. И так как в местной поликлинике специалистов осталось гулки, нос, Горожане вынуждены прибегать к платным услугам сдачи анализов, приема докторов, клиники, ГМО-тест. Каждый месяц родился город Тарус, уже такого нету. Нигде, нигде, потому что роддома нету. Вот, я говорю, даже лишают этого. Бани нету, роддома нету. Вася так и не позаботилась. А вот улица имени поэта-народника Ивана Каляева сама по себе уже исторична, так как она появилась в советское время, и до нее никаких других улиц не существовало. Товарищи, друзья, земляки, власти нам говорят, что переименования улиц нужны для того, чтобы Таруса вошла в Золотое кольцо, и что туристы хотят слышать царские названия улиц, и что для бюджета это единственное спасение. Но в Золотое кольцо вступают не названиями улиц, а теплотой и натуральностью деревянных заборов, искусством плотников, использованием дерева для обшивки домов, фасадов, резных наличников. Вот что отталкивает туристов. Пластиковые коробки и промзоновский дизайн нищего населения России, богатейшей в мире страны, где много в ней лесов, полей и рек. И я другой такой страны не знаю, где так тяжко дышит рабочий человек. Товарищи, слово я представляю жительнице города Тарусы Власенко Ларисе Петровне. Идет воздух теплый.
действия переименований на молодежь, прежде всего, направлены, чтобы с корнем вырвать из памяти память о тех людях, которые участвовали в смене власти. Чтобы мыслей даже таких у молодежи не было, что власть может меняться. А ну вот сейчас сколько мы живем при путинизме. То с Медведевым поменялись, то на второй срок, сейчас на пожизненно переписали. А вы здесь? Это Алексей здесь? Алексей здесь, да. А можете сказать, что навоз привезли? Здрасте. Здорово. Можно высыпать? Чего? Можно высыпать? Да. Можно. Сейчас я перетаскаю. Сбербанк есть? Есть. Я к тому, что я тебе в Сбербанк брошу, а не на телефон. Есть. Он к телефону привез? Нет. Принести карточку? Да нахер мне твоя карточка? А ты я что? Номер не помню свой. Ну, он к телефону не привязан? Нет. Ну, ладно, короче, сейчас. Ты где-то стой, сейчас. Замерз, трясешься, да. Вот улица Декабристов. Вот кому мешали декабристы? Это люди вот царского периода, офицеры, военные, они выступили против официальной власти со своими требованиями. Но это определенные были как бы конкуренты, соперники власти. Как бы выборов тогда не было, но возможно, что на выборах они бы составили конкуренцию, вот, и состязались бы на выборах. Вот. Ну вот сейчас, может быть, к следующим выборам тоже уничтожается как бы всякая память, что выбор возможен. Уберем декабристов, уберем память о том, что возможен другой путь, другой выбор, другое мнение. Вот есть одно мнение правильное, и другого не должно быть. Ну, самый отъявленный – это Каляев. Профессиональный террорист, который 5 или 6 там
нападений с бомбами дел. Нашел две фотографии, но один босяк босиком, а второй уважаемый с виду человек. Вот, две большие. Ну, лицо, да, одно. Ну, какого выберем? Вот, скорее, вот это его натура. Такой получился сюрреализм фотографический, художественный. Но он, по сути, и в реалиях. То, что мы видим, это же театр абсурда, сюрреализм. Все перемешано. Так что эта стилистика очень хорошо ложится на эту тему переименовывания. Это две плоскости и два смысла. Что мы сейчас как раз и наблюдаем. Сегодняшний смысл, прежний смысл, они сейчас перемешиваются. И вот одно название здания станции. С одной стороны площадь Ленина, площадь Соборная. Две таблички на одном доме. Ну вот тут тоже Либкнехт есть написано, и тут написано. Это уже слайд, надпись слайда. Это не мультиэкспозиция, это сюр натуральный, в реальности. Это такая фотография, она самодостаточная. Есть ценность этой фотографии. В чем? В том, что она будет жить. Переименовали улицы, не переименовали. Коммунисты, либералы, без разницы кто там, понимаете? Это вот такой вот, это жизнь. Пошли! Муся, 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 Муся! Пойдемте. Пойдем. Муся, 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 Муся. Вы прям лезете. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вот. Стой, хорошая моя. Моя Муся, Муся, Муся. Ну, голубка, давай. Так, потихоньку только не упадите, не разбейте, ни камер, ничего. Вот. Это мое коммунистическое прошлое, не прошлое, и настоящее. Это что у меня вот осталось? Вот книги про Ленина. И хорошие книги, таких сейчас книг не найдешь. Фотографии Ленина. Вот. Знамя, Ленин, везде, кругом, статуи. Ну и нигде уже такого нету. Товарищи, я пару слов сейчас представлю, значит, командиру десантного братства Губину Вячеславу Михайловичу. Он говорит так: мы город не сдадим, ни улицу не сдадим, ни каждый, и будем бороться за каждый дом. Это, пожалуйста. Дорогие друзья, можете быть спокойны. Под моим командованием 200 штыков. Если что-то вдруг... Мы за вас постоим горой. Мы ваша опора. Ни мэр, ни глава района не может решить за жителей эту проблему. Коллективный разум – это высший разум. И всегда к нему нужно прислушиваться. Мы вас... Не понял. Чего? А что не ставим? Будем поддерживать проведение референдума. Уберите. А? Нет, это... Подписи. Уберите. 1500 собрано. Продолжайте просил, работу. Его? Вы на правильном пути. Пока уберите, не уберу. Виноват, товарищи депутаты. Коллеги, остановитесь. Вот у меня, например, сложилось такое мнение, что вот это руководство теперешнее специально настраивает людей против власти наверху, потому что один из них высказался, мол, Путин-то в Москве, а я-то здесь. Вот до чего доходит, понимаете?
Поэтому решительные нет. И если, ну не если, а скорее всего это должно и быть, состоится референдум. У меня единственная просьба ко всем жителям города прийти и проголосовать, сказать нет. Все, спасибо. Я хочу сказать, что многие люди считают, что история России – это только история последних 80 или там 100 лет. На самом деле история России – это тысячи лет. Это вот то катастрофа, которая произошла в 17 году, в 1917 году, разделила народ. И брат стал воевать против брата. Вот это очень плохо. И мы должны сейчас историю всю эту, мы должны эту историю восстановить, начиная с князей, князь Рюрик, князь Владимир, Красное Солнышко. А какое отношение к Тарусе имеет Каутский или Роза Люксембург? Это уже история. Это не история, это не наша Татьяна, история. Татьяна, это не наша история. А вы провокатор. Город сказал свой, скажите, пожалуйста. Дело по-своему. Какая это власть? Эта власть делает то же самое. Она не то же самое. То же самое. Мы с вами собрались и свободно обсуждаем. А попробовали бы в 18 году, когда переименовали. А чем вы отличаетесь от тех большевиков, скажите, пожалуйста? Я согласен с тем. Чем вы отличаетесь от тех большевиков? Не перебивайте. Нет, не нужно говорить глупости. Вы меняете на них, делайте так же. Сто лет прошло. Я вообще ничего не меняю. Я гражданин просто. Я ничего не меняю. Мы все граждане. Люди выросли. Сто лет. Это не история прошла. История. История. А 800 лет там. Понятнее, а 800 лет Таруси. Она нам ближе и понятнее. 800 лет Таруси, а вы только если одну... Если я вам а сейчас только... скажу одну простую вещь. Мне, если честно, мне вообще по барабану, как они будут, эти улицы здесь называться. Поездка по Яндекс.Навигатору займет вообще, 3 минуты. В целях благого лучше, конечно, построить баню. Когда заняться нечем, можно и улицу переименовать.